Здравствуйте, дорогие друзья, с вами опять я, Клавдия Корнева. И сегодня мы опять будем готовить пиццу. Но пиццу быструю, нам не нужно ждать, чтобы у нас подошло тесто. Значит, мука у нас опять 200 грамм. Значит, что я в муку добавляю? Соль, 1/4 чайной ложечки, чайную ложечку сахара, видите, и чайную ложечку разрыхлителя. Я добавила в муку. Далее у меня молоко. Сегодня молоко будем делать в тесто. И значит, что я делаю? В молоко добавляю 2 столовых ложки растительного масла. Видите как? И вот сейчас вымешаем муку с разрыхлителем, чтобы все хорошо соединилось, да? Духовка у меня уже греется, молоко теплое, считай, почти горячее. И замешиваем тесто. И также разделим на 2 пиццы. Противень застелим бумагой и будем далее делать. Вот, чтобы тесто, оно все соединилось равномерно. Поэтому мы так вымешиваем. Так, и тесто я примерно на 2 части также разрезаю и будем делать, как и раньше, прямо на противне. Вот так, так и другой тоже. И вот я уже бортики сделала и по 2 ложки томатного соуса. Томатный соус уже готовый, он острый, он со всеми специями. Есть специальный еще кетчуп для пиццы, тоже его можно, или делать самим. Но сейчас зима, помидоры дорогие, мы будем делать летом. Уже со свежих помидор свежий томатный соус. А сейчас делаем так. Томатный соус в пицце нужен, чтобы тесто пропиталось, оно дает вкус специфический тесту. И вот я вот в таком виде сейчас ставлю в духовку буквально на 7 минут. И вот 7 минут простояли наши пиццы в духовке. Сейчас я их, значит, креветочки у меня будут. Более на серединку буду их вот так вот выкладывать. Наши креветочки, да? И будем ставить в духовку уже нагретую, так уже как она нагретая, еще на 8 минут, на 8, может 9, по 2 я туда, значит, видите, оливки сделала, еще у меня есть шампиньончики, вот такие, по 4 штучки, я их сюда положу, вот так, видите как. Красиво, да? И, конечно, этот можно перевернуть. Все равно. Не лапкой вверх. И здесь по 30 грамм засыпаю сыром. Сыр у меня опять моцарелла.
и ставлю в духовку на 8 минут. И пицца ровно 8 минут еще простояла, я ее достала, немножко украсила петрушкой. И вот сейчас я хочу разрезать. Так, ну, конечно, хочу показать вам. Видите? Видно, да? Ага, вот так. Пропеклось там все. И хочу разрезать ее. Конечно, на деревянной режется очень хорошо дощечки. А на тарелке очень плохо. Ой, какая красота. Смотрите. Какая красота. Приятного аппетита, удачи вам, готовьте с удовольствием и радуйте своих близких. И ждите новых роликов.